Всем привет! Вы на канале InvestCar, с вами я, Дмитрий. Сегодня пробегусь по рынку, посмотрю и покажу вам, что происходит на рынке, какие автомобили здесь представлены. На некоторые автомобили посчитаю таможню, и вы можете уже представить, сколько обойдется вам этот автомобиль. По всем вопросам интересующим, звоните, пишите мне на WhatsApp, я все объясню, расскажу и, соответственно, начнем сотрудничать. Вот, а теперь давайте приступим к просмотру. У нас появилось сейчас Kia Optima, 15 000 долларов, 20-й год, комплектация бомба, панорама, кожа, пассивная безопасность, активная безопасность, адаптивный круиз-контроль, классные литые диски, все есть в этой машине. Ну и плюс она еще достаточно недорого таможится. Вот у нас есть Hyundai Tucson, 15 300 долларов он стоит, двигатель 2.4. 19-й год, февраль месяц, комплектация с кожей. Вот такой автомобиль, в принципе, можно еще льготно растаможить. Пишите на указанные номера, я вам все покажу, расскажу. Так, это у нас тоже 19-й год, цена неизвестна. Это у нас также Sportage. Так, это у нас Honda HR-V, 15 500 долларов, 22-й год. Вот видим на экране, комплектация с люком. Так она выглядит в салоне. По вопросам таможни обращайтесь ко мне, я рассчитаю, покажу, сколько что будет стоить. Так, вот у нас получается RAV4, 22-й год, 23 800 цена. Вот видим на экране, комплектация простенькая. Хотя написано XLE. Давайте посмотрим, может быть, там. Да, XLE полноприводная, но без кожи. Видимо, пакета кожаного не стоит. Нет. 23 800 для двухгодовалой машины совсем неплохо. Так, еще один рафик. 23 000 долларов. 20-й год. Винкод на экране. Здесь комплектация с кожаным салоном. Люк, посмотрим, она полноприводная, нет. Так, тоже комплектация XLE, полноприводная. Ну, две одинаковые машины, а выглядят совершенно по-разному. Так, давайте посмотрим их спереди. Это у нас уже рестайлинг, это еще до рестайлинга модель. Это у нас Mazda 3. Кому интересно, машина декабрь 2018 года, вот ее вин-код. Повреждения совсем небольшие. Так она выглядит внутри. Бомбически упакованная машина. Ну, Mazda есть Mazda. Прекрасная кожа. И она очень резвая. 190 лошадиных сил. Разгоняет ее за 7 с копейками до 100 км в час. Еще один автомобиль. Это у нас Hyundai Elantra. 11 500 долларов, декабрь 2018 года, комплектация Cell. С особым обозначением N7. Что это значит, никто не знает. Также Mazda CX-5. Это у нас автомобиль 19-го года выпуска, октябрь месяц. Он переднеприводный, комплектация туринг. Здесь все есть, и кожаный салон, адаптивный круиз-контроль. Обзоры про эту машину уже были. Сейчас есть уникальное предложение. Стоимость 2 360 в офисе в Краснодаре. Можете забрать. Это у нас Subaru Forester, также 19-го года. Полноприводный, вин-код видите на экране. Так, комплектация у нас базовая, цена автомобиля в Краснодаре 2 400. Так, это у нас Mazda CX-5, полноприводная, гранд туринг комплектация с люком, 17 300 стоимость.
Пин-код мы видим. 18 тысяч миль пробегу. Красивый бежевый салон. Вот что было, смотрите по ВИН-коду. По поводу таможни звоните, все расскажу. Это у нас Eclipse Cross. Машина у нас 22 года. 25 500 долларов. Так. ВИН-код, если будет видно. Так, комплектация богатая здесь. Кожаный салон. Здесь двигатель у нас 1.5 полноприводный. Это у нас Elantra. 20-й год, 8900. Сверхнизкая цена. Так, ну, наверное, тут был полутотал. Вот. Кому интересно, ВИН-код забивайте, смотрите. Это у нас Ашерволе. 14 500 долларов, полноприводная, двигатель 1.8. Так, вот на экране также тряпичный салон, но с люком, такой необычный морковный цвет. Я напоминаю, что мы также занимаемся подбором автомобилей на рынке. У нас профессиональный подборщик, который говорит как на грузинском, так и на русском языке. Подбор в среднем проходит около 2 дней, и третий день у нас обычно уходит на реэкспорт автомобиля. После подготавливаем комплект документов на растаможку и, соответственно, выезжаете и таможите автомобиль. Теперь продолжим просмотр. Это у нас Kia Sportage, 15 500 долларов, 10 тысяч миль пробег. ВИН-код мы видим. Так, комплектация богатая. Кожаный салон. Люк. Еще один RAV4. 24 тысячи долларов. 30 тысяч миль. Комплектация на коже. С люком. Так, это у нас Mitsubishi Outlander, 27 тысяч долларов. Так, также здесь у нас ВИН-код, если мы видим. 34 тысячи миль. Комплектация у нас на коже. Интересная машина, двигатель 2.5 здесь. Это у нас Audi Q5, 30 тысяч долларов. ВИН-код. Так, двигатель 2 литра, 20-й год, льготно можно растаможить. Такая у нас комплектация. Так выглядит машинка. А это у нас Tiggo Airline. $28 500 на люке. Двухлитровка, 26 тысяч миль. У нас панорама. Так. Ну, естественно, кожа, а магнитолочка простенькая. Такой вариант. 20-й год, льготно можно растаможить. Если у вас возникли вопросы по заказу автомобилей из США, тоже звоните на указанные номера. Я вам давайте сейчас в двух словах, так скажем, объясню, чем отличается заказ автомобилей из США от поиска автомобилей на рынке здесь, в Грузии. В США больше ассортимент, больше выбор автомобилей. То есть вы можете выбрать и цвет, и, соответственно, комплектацию, и состояние автомобиля, вот, которое придет непосредственно к вам. То есть уровень ремонта можно будет сразу же определить. И мы как бы можем рассчитать вам приблизительную стоимость, которая выйдет в автомобиле под ключ. Там, ну, с небольшой корректировкой, в принципе, так у нас и получается. В среднем автомобили идут где-то в районе 2 месяцев из Штатов. Какие-то сложные автомобили, то есть редкие, находим около 2 недель. А так на популярные модели в среднем там от 2 до 5 дней уходит на, соответственно, на то, чтобы найти достойный автомобиль и его купить. В любом случае, если возникают какие-то вопросы, пишите, звоните мне на WhatsApp, на все вопросы отвечу, и уже подойдем к исполнению вашей мечты приобретения
классного автомобиля. Продолжаем просмотр. Так, это Mitsubishi Outlander 22 года, 26 тысяч долларов. ВИН-код видим. Кожа с алкантарой. Адаптивный круиз, полный привод. По таможне звоните, все почитаю, расскажу. Это у нас Chevrolet Trax. 12700 он стоит. ВИН-код мы видим. Такая богатая комплектация. Кожаный салон с тканью комбинированный. Так, 21 год 04, можно чуть подождать и, соответственно, его очень дешево растаможить. Это у нас Jetta Airline, 13,5 тысяч долларов, машина 18 года. Льготно не растаможим, но, в принципе, если вариант неплохой, то можно ее рассмотреть. Это у нас Passat, 20 год, 16400. 48 тысяч миль, ВИН-код вы видите. Комплектация без люка, ну, кожаный салон. Ручник ручной, конечно. Механический ручник, это что-то в Пассате. Так, это у нас Elantra 11500, 19 год. ВИН-код видим на экране. В кожаном исполнении. Наверное, комплектация Limited или что-то вроде этого. Да, комплектация Limited. Не смог пройти мимо этого красавца. Это BMW X1. 39500 тысяч долларов. Комплектация на панораме. 23 год. ВИН-код на экране. Красивый двухцветный салон. Черная с красной кожей. Вот так вот выглядит. Хорошая машинка. Это у нас Тусан, 25,5 тысяч долларов, 22 год. ВИН-код видим на экране. Ну, комплектация простенькая, на ткани. По ВИН-коду посмотрите, что было с машиной. Еще один Форестер, 13800 долларов, 19 год, полноприводный. ВИН-код на экране, комплектация с люком. Это у нас Mercedes-Benz GLB 23 года, 39,5 тысяч долларов. Машина на коже. Большая приборная панель летает. Ну, Mercedes есть Mercedes. Это Mercedes-Benz CLA. 35,5 тысяч долларов, 21 год, пробег 40,5 тысяч миль, также на коже, большая приборная панель. Это у нас BMW 330 X-Drive, 33,5 тысячи долларов, 20 год, можно интересно ее растаможить, недорого, кожаный салон. Ну, как говорится, BMW есть BMW. Красивая машина. По вопросам звоните. Посчитаю таможню, проконсультирую. Forester 21 года, 16900. ВИН-код мы видим на экране. Салон тряпичный. Ну, комплектация такая. Наверное, вторая комплектация, я так понимаю. Без люка, потому что он тоже. Но здесь есть, кстати, адаптивный круиз-контроль. Что интересно очень. Это у нас BMW 5 серии, 530. 42,5 тысячи долларов. 21 год. Двигатель 2 литра. Бензин. Комплектация с люком. Красивое сиденье. BMW, как говорится, есть BMW. Вот. Такая вот. Это у нас X6. 70 тысяч долларов. 22 год. Двигатель 3 литра. Красивый бежевый салон. Комплектация с панорамным остекленением. Это у нас Audi шестерка.
23 год. Двигатель 2 литра. Пробег всего 10 400 километров. 51,5 тысячи долларов за нее просят. Комплектация с люком. Это у нас Mercedes-Benz C300. 29 тысяч долларов. Вин-код на экране. 19 год. Здесь двухлитровый турбобензиновый двигатель. Пробег 61 тысяча километров. Это у нас Mercedes E350. 20 год. Пробег всего 50 тысяч километров. 2 литра турбо. И цена. Цена, самая главная цена. Цена всего 31,5 тысячи долларов. Так. Этот RAV4 у нас простенькой комплектации. 25 тысяч долларов. 21 год. Полноприводный. Ну, что-то как-то дороговато. Дороговато. Что касается растаможки, перегона и всего остального, то есть это направление у нас тоже работает. Считаем растаможку под ключ. В нее входит и лаборатория, и брокеры всевозможные, и платеж в ФТС. То есть вы уже как бы можете представить, какая сумма, ну, в какую сумму выльется ваш автомобиль. То есть надо понимать, что есть сам автомобиль, который вы, допустим, либо купили, либо он у вас приехал со штатов, и соответственно есть еще растаможка. Ну, то есть это тоже некие затраты на автомобиль, из которого складывается конечная стоимость. То есть звоните, пишите на WhatsApp, мы рассчитаем любую машину, и вы уже будете точно понимать, в какой бюджет встанет ваш автомобиль. Продолжаем просмотр. Так, это у нас Mazda 3 в кузове хэтчбэк 21 года. Просят за нее 14,5 тысяч долларов. Пробег 27,5 тысяч миль. Ну, на совсем простой комплектации. Тряпичный салон. Двигатель 2,5 литра. Такая зажигалочка будет. Так, Mazda CX-5. 21,5 тысяч долларов. 20... Второй год, 13 тысяч миль пробег, полноприводная, грантуринг комплектация. Здесь кожа, люк, все есть. Рядышком стоит у нас Lexus. Это у нас 19 год. NX 300, да, 2 литра. Кстати, можно растаможить его льготно. Lexus есть Lexus. Кому интересно, пишите. Рассчитаю стоимость. Это у нас Tiguan. Airline комплектация. С панорамой. 18700. Вин-код мы видим на экране. Так он выглядит внутри. Еще один Outlander. Mitsubishi Outlander. 24,5 тысячи долларов. Здесь не особо видно. Так, кожа с алкантарой. На панорамном остекленении. Полноприводный. 24 500 стоит. Сколько он выйдет? Так, 21 год. Тут надо считать. Узнавать точно, какого он месяца. И рассчитывать, где выгоднее его растаможить. Так, это у нас Elantra. 17 тысяч долларов. 22 года машина, 2 литра двигатель, комплектация с люком, кожа такая, в новом кузове. Это седьмое получается поколение. У нас Тусан, 19 год, 14,5 тысяч долларов. Такое лобовуха треснуто, лабораторию вы не пройдете, придется менять. Но в остальном вроде тряпичный салон, красивый, симпатичный цвет. Это у нас Tiguan, 24,5 тысячи долларов, 22 год. Комплектация, такой какой-то рыженький салон, да не рыжий и не бежевый, какой-то необычного цвета салон. Вставочки интересные, 22 год, 24,5.
24 500 долларов. У нас Infiniti QX50. Машина у нас стоит 25 900. Пин-код видим. 20-й год, 11-й месяц. 2 литра турбодвигатель. Так машина выглядит внутри. Так, за эту Elantra хотят 22 500 долларов. 21-й год. Вин-код мы видим. Тоже хорошая комплектация. Кожа, люк. Все здесь есть. Если заинтересовало, звоните, посчитаю стоимость таможней. Могу быстро пройтись по палисадам. 34 019 год. Двигатель 3.8 здесь. Утиль большой. 43 000 долларов. У нас 22-й год. Здесь у нас 19-й год, 37 000 долларов. Комплектация хорошая, конечно, но мотор большой, утильсбор там 1 600 000, и, наверное, я боюсь, что это все перекрывает. Так, дальше у нас вот есть Тусан 27,5, 22-й год. Вин-код на экране. Так, ну, такая богатая комплектация. Дальше у нас есть, а это снова у нас Палисад, 20-й год. Так, это у нас 18-й. Уже очень дорого ее таможить. Так, 11 800. Elantra 20-го года. 25 000 миль пробег. Вин-код видим. Комплектация хорошая, лимитед. Это кожа, люк. Даже лимитед, наверное, с какими-то дополнениями. Она выглядит сзади. На рынке много машин 18-го года, и Соната вот 17-го года у нас 10 700 всего стоит. Здесь 19-й год. Это у нас Lexus, двигатель 2-литровый. Кстати, это у нас, сейчас посмотрим, что за Lexus. Так, вин-код по цене, если надо, можно уточнить будет. Кожа, люк. Вот такой достаточно интересный. Это у нас UX, наверное. Да, UX 250H. Это гибрид еще к тому же. Так, вот у нас RAV4 Adventure. Это такая топовая комплектация. На коже. Люка нет. Цены тоже. Машина 20-го года. Если надо, покажу вин-код. Да, пробейте, посмотрите, что было. Если заинтересует, звоните, схожу, узнаю цену. Так, это у нас Tiggo 22 700. Airline комплектация, полноприводная, 10 000 миль пробег. 21 600. Через 5 месяцев можно будет ее хорошо растаможить. Так, рядышком у нас стоит Eclipse Cross. Кстати, их очень много навезли. Двигатель 1,5 литра, таможится он недорого, там в пределах 400 000 рублей, ну, в зависимости от курса. Ну, проходные там от 3 до 5 лет. Это у нас 22-го года. Цена неизвестна. Ну, комплектация такая, комбинированная кожа с тканью. Так, и есть люк, рейлинги. Если надо узнать стоимость, звоните, я посчитаю. Еще один Eclipse Cross 21 700, цена 22-й год. Пробег не указан. Мотор 1.5 турбо. Ну, здесь просто простенькая комплектация. На тряпке он без люка. На челленджеры. Так, ну вот этот 18 года, двигатель 3.6. Тот у нас беленький 17 года, 3.6. 18 года вот этот вот 3.6. На салон можно посмотреть. Комплектация одинаковая абсолютно. Так, еще один беленький он стоит. Он у нас 17-го года. В принципе, кому интересны такие машины, можно будет подумать на его покупку. Так, вот вин-код, это белого. Давайте покажу сейчас все. Это у нас вин-код красного. Вин-код
еще одного белого, который 17 года. И ВИН-код у нас получается синенького. Такие экземпляры тоже есть. Вообще машин очень много. Несмотря на то, что зима, все забито абсолютно. Так, это у нас Хайлендер. Миллиард будет стоить. Так, RAV4 22 год гибрид. Вот, хорошей комплектации. ТРД либо Adventure. Так, ВИН-код. Вот здесь, да, смотрите, какой салон интересный. Ну, что-то магнитолочка обычная, не GVL-ка даже. Это у нас получается Passat 16,5 20 года. ВИН-код на экранах. Где-то в 2 выйдет с таможней. 2-2-100. Это у нас 18 год Лантера. Она уже не проходная. 9-300 за нее просят. ВИН-код. Ну, как проходная, но просто она уже будет стоить дороже, чем в среднем по рынку. Так, этот красавчик у нас BMW X5. Машина 19 года. В комплектации с панорамой. Так, полноприводный. 3 литра двигатель, а цену не написали. Кому интересно, вот номера есть, по WhatsApp спросите, по таможне позвоните, я вам рассчитаю ее. Это у нас Audi A4 20 года. Так, ВИН-код на экране. 31 тысяча долларов. Вот так она выглядит в салоне. Красивая машинка. Кстати, проходная 2 литра. Так, 31 будет где-то 3600, может быть даже 3500. Так, это у нас Passat 18 тысяч долларов. Пробег 23 тысячи мили. 20 год. Вот так он выглядит. Комплектация, люк. У них там одна базовая походу какая-то. Это чудо у нас Volkswagen Artuon 29 тысяч долларов. У нас ВИН-код 2 литра, 19 год. Ну, можно растаможить. Комплектация с панорамой. Еще один Артуон за 28 500 долларов. 21 год. Также 2 литра, пробег 12 тысяч километров. Но комплектация попроще здесь. Нет панорамы. Это у нас Сиашер Тойота 21 года. Цена у нас 19 тысяч долларов. Интересный вот такой салон. Так, 2 литра, пробег 55 тысяч миль пробег. Можно сказать, прям новье. Синие вставочки здесь. У нас BMW X4 48 900. Автомобиль из Европы. Вина мы не видим. 19 год, дизельный. Без панорамы. Tiguan SE, рестайлинговый, 25 тысяч долларов, 21 год. ВИН-код на экране. Так он выглядит. Без панорамы. У нас Tucson в максимальной комплектации 28 тысяч долларов. 22 год. Кожа, панорама, все что можно, все есть. Полный привод. Пробег всего 1100 миль. Это у нас RAV4 22 300 долларов. Полноприводный. Полноприводный. Пробег 40 тысяч миль. В средней комплектации. К этой Лантре у нас 8600, 18 год, ВИН-код на экране. Так она у нас выглядит. Можно поторговаться. Это у нас серии 18 года, максимальной комплектации. ВИН-код видим на экране. Это у нас кожа люк.
Так она выглядит. По вопросам рассчитать конечную стоимость, звоните, я вам посчитаю, скажу, сколько она выйдет. Так, это у нас Kia Sportage, 28 500 долларов, 22 год, машина. Вот так она выглядит внутри, так она выглядит снаружи. Это у нас Honda Civic, 14 400 долларов, 21 год, 75 000 километров пробегу. Вот так она выглядит внутри. По ВИН-коду можно пробить месяц и узнать ее-то можно. На этом я завершаю наш обзор. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь в телеграм-канал. В телеграме мы ведем немножко другую, так сказать, историю. То есть там выкладываются видео, сообщения всевозможные о лотах, о том, что происходит у нас в сервисе, о том, что происходит на рынке. Ну, такое более как бы живое общение непосредственно с вами. Все вопросы, которые возникают, мы тоже моментально обсуждаем, все это в телеграм-канале. Вот. В любом случае, смотрите нас и на Ютубе, в Дзене, в Инстаграм. Ставьте лайки, мы только будем рады. Да, если остаются какие-то вопросы, пишите, звоните мне на WhatsApp, на все вопросы отвечу. На этом все, всего доброго, пока!